Petra. Come here. Good morning. Good morning. Oh, you don't speak Russian, right? Всем привет! Наш третий день в Нью-Йорке, полноценный второй. Мы сегодня идем на встречу с одним человеком, которого вы, вероятнее всего, знаете. Я вот в таком модном плаще, потому что идет дождь. И как бы, почему бы и нет? Все супер. Бруклин классный район. Нам все нравится. Спасибо большое. Сейчас направляемся в самый первый must-visit нашего пребывания в Нью-Йорке, и это, конечно же, дом друзей. Я этот сериал никогда в жизни не смотрел. Вот люди, которые не смотрели «Друзей», я не знаю, что вам сказать. Просто надо посмотреть «Друзей», потому что каждый найдет отражение себя и своих друзей в этом сериале. Самые лучшие шутки были в этом сериале. Кстати, этот район очень похож на Амстердам. Ой, мусорники, чуть не споткнулась. Welcome to New York. Итак, смотрите, с кем мы встретились. С Ракли. Мы сидим под домом друзей. Мы с Оскаром очень давно хотели сюда попасть. Вот так надо именно вот так смотреть. Типа снизу, как ты знаешь, там кадр идет вот так. И вот сидит человек, который не смотрел «Друзей». Ты здесь единственный такой, Айвис. Место, которое я хотел посетить здесь в первую очередь. Внимание. Здесь уже помнишь, если варишься с толпой. Блюдо, например, стоит 8,50, плюс вам бесплатно идет суп, либо салат, либо кимчи, либо вода. Ираклий нас привел в корейский ресторан-магазин. Забегаловка. Какая штука стоит 3,50? Ой, клево. Мне кажется, короче, это дешево. Классно, понимаете? Это очень дешево нам подходит. Торг назывался «Новый Амстердам». Да. Интересный факт, между прочим. Мы шли мимо магазина для вечеринок и вспомнили, что у Оскара завтра день рождения, поэтому попросили Оскара подождать на улице. Ну, он, конечно же, все понял, но ведь лучше так, чем никак. Пускай он лучше знает, что будет, чем сюрприз, чем его не будет вообще. И да, я, конечно, люблю Америку за ее разнообразие и за вот этот огромный выбор. Просто магазин для вечеринки. Найди все, что хочешь. Мы с ребятами идем тусоваться к какому-то человеку, которого Айвис нашел в Тиндере. Он пригласил нам тусоваться к себе на крышу, поэтому, собственно, мы идем на крышу. Если это крыша, оказывается, на третьем этаже. Yeah. Thank you so much for this. Guys, I love you all. Thanks to my fans, to my family. Fucking love you too, bro. Расскажу комичность всей ситуации. Мы стоим такие, поем, а сзади нас кто? Соседушка, которая снизу пришла к нам жаловаться. Такая говорит, вы шумите. Мы такие, чё? Она говорит, нет, не музыка. Вы топчите. А мы тут только что колеса делали. Вот такие вот. Итак, Оскар, сегодня вам сколько лет? Сегодня мне 21. Спасибо нашему моему коллеге Ираклию. Спасибо большое. Это главный фанат. Это мой главный фанат. Back to you. У меня вышел новый альбом. Пожалуйста, зачекайте его по ссылке внизу, если, конечно, Аля оставит ссылку.
Мы с ребятами зашли в Trader Joe. Обожаю этот магазин. Купили фруктов и сейчас идем в парк с видом на Манхэттен. Будем просто отдыхать, потому что очень жарко, просто нереальная жара в Нью-Йорке, 30 градусов, здесь дикая влажность, я выпрямляю волосы, они закручиваются буквально просто через 5 минут, они даже не выпрямляются, в принципе. И довольно тяжело переносить такую жару, конечно, если честно. Гулять хочется, но тяжело. Забавно. А там Бруклинский мост. Продолжаются экскурсии от Ираклия Гринашвили. Показывай классный вид. Показывай классный вид. С днем рождения меня! Сил его 21 года вокруг солнца. Спасибо. Ираклий нас позвал на какую-то вечеринку, тусовку, я не знаю. Поэтому мы стоим около дома, и сейчас... Да, и сейчас на крышу пойдем. К кому мы идем, я не знаю. Будет интересно, посмотрим.